В столице Верхневожья состоялось официальное открытие велосезона. Организаторы массового спортивного праздника подготовили для гостей уйму соревнований и развлечений. Что касается дополнительных каких-то улучшений мероприятий, это организация новых развлечений на площадке на нашей. Вот, изменения уже старых развлечений, такие как детская фигурка, то есть она стала сложнее, масштабнее. Вот. Ну, в этом году со стороны администрации был интерес большой. Ну, в общем-то, и каждый год был, но в этом году глава администрации города с нами проехал в колонии на велосипеде. Это, конечно, очень приятно. Сначала всех любителей по традиции собрали у памятника Афанасию Никитину, откуда огромная организованная колонна отправилась на Дорошиху. Более 1500 тверитян почувствовали себя единым целым, пестрым велопробегом, прокатившись по улицам города. Для нас открытие велосезона – это такая уже семейная добрая традиция. Каждый год мы сюда приезжаем, это очень весело и феерично. Третий год уже здесь, второй год с друзьями, а в этом году привела с собой дочь и собаку. Движение – это жизнь, мы являемся примером для своих детей. Кстати, во время велооткрытия многие нашли себе новых друзей и начали планировать приключения на сезон. Благо есть из чего выбрать и распланировать, куда, с кем и на какое время укатить на двухколесном друге. В этом году я от лица клуба «Велотверь» начал организовывать бреветы. Бревет – это веломарафоны по твердому покрытию с ограничением контрольного времени. Это новый формат для клуба «Велотверь». И началось все с того, что в прошлом августе мне довелось, как единственному представителю Верхневожья, поучаствовать в королевском марафоне. Это бревет «Париж-Брест-Париж». Нужно было пройти 1200 километров с лимитом времени 90 часов. Мне это, в принципе, удалось. И договорившись с нужными полезными людьми, которые занимаются этим направлением в России, мы договорились о том, что Тверской клуб «Велотверь» будет иметь такое направление и развивать его в нашей губернии. Вообще бреветы исходно, поскольку в Европе дороги хорошие, это пришло именно из Западной Европы, из Франции, это, конечно, в первую очередь шоссейные веломарафоны. Они требуют специальных байков, то есть велосипедов, они специальные подготовки требуют. Однако же с поправкой на наши дороги и на нашу массовость в бреветах клуба «Велотверь» может участвовать любой человек, в том числе на горном велосипеде. Потому что на самом деле, если мы говорим о дистанциях 200-300 километров, проехать эти маршруты за контрольное время можно даже на горном велосипеде. То есть в том агрегате, которых сегодня большинство. Конечно, это с нуля очень тяжело будет сделать, скорее всего, но это, во-первых, проверка своих возможностей, это, во-вторых, неплохая тренировка, а самое главное, это, так скажем, путевка к более достойным достижениям в этой карьере. Те, кому бреветы еще не по плечу, пробовали себя в менее энергозатратных, но веселых и азартных состязаниях на Дорошихе. Желающие участвовали в гонке один на один, велотуристическом триале, кросс-кантри, детских конкурсах, велодарте и велорыцарском турнире. Одними из самых популярных оказались соревнования по кросс-кантри. А пока на данный момент это кросс-кантри. Это у нас очень хорошая трасса в этом году, очень постарались ребята. Она более сложная, там крутые повороты, подъемы, там какие-то препятствия естественные и искусственные. Ну, честно сказать, надо поучаствовать. Открытие сезона дало позитивный заряд велолюбителям и расширило перед ними новые горизонты. В этом году у нас планируется множество различных мероприятий в летний период, весенний, осенний в том числе. Это походы, велопоходы. На сайте клуба «Велотверь» можно увидеть расписание всех наших мероприятий. Там будут и походы выходного дня, то есть без ночевок, какие-то несложные, и какие-то сложные походы, там, включая 7 дней по Тверской области. То есть для людей более подготовленных, пожалуйста, милости просим.